Всем привет, с вами канал Mazda MPV Колхоз Наше Все, и это часть третья по внедрению реле времени в систему подогрева солярки в топливном фильтре для контроля времени работы свечи накала. Реле было приобретено на AliExpress. Ссылка на эту страничку будет в описании к каналу. Обошлось оно мне в 360 рублей, срок доставки 3 недели. Реле многофункциональное и много где может использоваться, поэтому именно этот девайс я рекомендую как девайс для различных устройств, в которых требуется контроль времени. Все, смотрим третью часть. Основные характеристики я сейчас распечатал из интернета. Режим работы. Одиночный циклический инверсный режим. Включение реле сигнализирует красный светодиод. Кнопка Set, сброс таймера, отчет заново. Видите, у меня сейчас идет проба. Реле работает в циклическом формате. Дальше характеристики. Напряжение питания 12 вольт. Ток 10 ампер. 250 вольт или 20 ампер 14 вольт, то есть до 20 ампер ток автомобильной сети это реле выдержит. Диапазон времени от 0 до 999 секунд, от 0 до 999 минут, от 0 до 999 часов. Ну и соответственно размеры 49 на 29, установочные вот эти вот, это 45,5 на 26,6. Двойной светодиодный дисплей, два таймера, Т1 это красный и Т2 это синий. Время таймеров устанавливается однократным нажатием на кнопочку Set. Однократным нажатием. Настройки сохраняются автоматически через 6 секунд или нажатием повторным на эту кнопочку. Функции этого реле. Здесь вот можете сделать скриншот, и я его выложу. Для входа в меню настроек нужно удерживать кнопку Set. Удерживаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, вошли в меню. Для выбора времени здесь есть программы. P0. 0,0. Это до 999 секунд. Это вот эта вот программа будет. Это вот эта программа. Дальше P1. 0,1. Это до 999 минут. И P2 до 999 часов. Возвращаем на секунду, чтобы это все быстро у нас было. Теперь выходим в режим работы самого реле. P1,0. Включено. Время T1 прошло. Включилось. Выключено. Вот при этом режиме, вот сейчас смотрите, P1, 0, оно сейчас, вот сейчас выключено. И получается через 10 секунд оно включится. Отчет время идет, включилось. Вот эта кнопка сигнализирует о том, что реле работает. То есть реле сейчас полностью сеть замкнула. Циклического режима вот в этом режиме P1, 0. Нет. Работает только вот этот верхний экран. Дальше. Наоборот. Следующий режим. P1.1. Включено. Вот она сейчас включена. Работает. Через 10 секунд будет выключена. Выключено. Чтобы запустить еще раз, включаем кнопку Set самостоятельно. Работает опять. Переходим в следующую программу. Следующая программа у нас будет P1.2. P1.2 выключено. Время T1 прошло и включилось. Таймер T2 считает и выключает. Сейчас реле выключено. Вот это время считает. Выключенное время. Все. Запуск пошел. Запустилась, выключилась. Очень удобная функция. Следующая функция. Режим работы.
в 1.3. Сейчас оно включено. Включено. Время Т1 прошло. Вот сейчас оно проходит. Выключается. И через 5 секунд оно опять включится. Замечательно. Очень удобная функция. Но чтобы заново запустить, это вот самому нужно нажать на кнопочку Set, и оно запустится очередной раз. Выключилось. Теперь следующую программу P1.4. P1.4 запускаем. Оно выключено. T1 проходит, смотрите, да? И выключается. Выключилось. Замечательно. Теперь проходит нижнее время. Включилось. Выключилось. Вернее, включилось. Через 5 секунд выключается. Очень удобно. Так, заходим в следующую программу. Пятая программа включена. Сейчас реле работает. Система наша во включенном состоянии. 10 секунд она работает. 5 секунд не работает. Работает. Не работает. Работает. Это мы рассмотрели режимы работы реле. Она сейчас выключится. Все, выключилось. Теперь настраиваем время. Для того, чтобы настроить время, вот смотрите. Оп, видите, время, да? Соответственно, побежало время. Теперь оно настраивает секунды, потому что у меня была первая программа. Была настроена в режимах. Ну, соответственно, можно в секундах, кому удобно, кто... Можно... В минутах, кому неудобно, можно в часах, соответственно, минуты, секунды переводим в минуты, минуты переводим в часы, и кому сколько. Он сейчас до 999 добежит. Вот 999 обратно. А, на 0 не сбрасывается, нужно обратно опять же своим пальчиком перемещать. Скажу так, в хозяйстве это реле очень нужное и очень интересное. Принесет много пользы тем, у кого, например, есть автоматический полив, автоматическое включение света где-то, автоматическое включение, выключение каких-то приборов, а еще и циклическое, если, то это еще больше пользы. Ставим 5 секунд. Как выбор программы времени. Опять нажимать нужно. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Это программа времени. От 0 до 0000 999 секунд. Это 999 минут. Это 999 часов. Я выставлю на минуты себе. В минутах P01. Вот. Теперь она будет, например, 5 минут работать. Выключится самостоятельно. Для чего это реле? Я буду устанавливать себе в автомобиль. Для того, чтобы контролировать время работы подогрева солярки в фильтре в топливном, для того чтобы оно за меня
это реле будет выполнять функцию включения-выключения. Буду устанавливать вот на эту программу. P1.3. Включено, время T1 прошло, выключилось. Таймер 2 считает и выключает. Смотрите, что у нас будет. То есть при заводке автомобиля или нет, или при подаче, например, в режиме зажигания, да, в режим ON, когда будем включать замок зажигания, через 5 секунд включится это реле, для того, что ну, будет подано питание на всю систему. То есть до того времени, пока там, ну скажем так, специально сделаю время задержки, для того, чтобы система не сразу включалась, а через 5 секунд. И подогрев будем ставить на 5 минут. Кому было интересно, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и смотрим дальше другое видео, в котором будет информация о том, как я внедрил это все в свой автомобиль. Подогрев солярки в дизель двигателя автомобиля Mazda MPV. Самая большая хитрость, спасибо, что досмотрели до конца, самая большая хитрость этого реле в том, что если мы снимаем с него питание, у него есть эффект памяти. Это самое интересное и самое главное. То есть не нужно постоянно на него подавать питание. В автомобиле просто вынул ключ зажигания и все, оно реле стоит, не кушает ни грамма питания. Вот смотрите, да, помните, какой у меня был режим. 5.60. Сейчас я просто беру, снимаю питание с него, убираю. Ставлю обратно. Обратите внимание, оно пошло по новой. Оп. Все. Эффект памяти у этого реле есть. Многих это интересует. Так же, как и меня, очень сильно это интересовало. Но сейчас мы выяснили, что это есть, и это работает. Все, всем спасибо за внимание. Жду в следующей серии видео. Итак, ребят, я около своей машины. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас проверяем систему. Вот моя свеча. Подключаем два минуса. Смотрим. Накаляется, видите? Как накаляется, она накаляется, накаляется. Значит что? Значит работает. Значит сейчас всю эту систему будем аккуратненько внедрять в автомобиль. И смотреть, как она работает. Соответственно, подключив через систему электропитания автомобиля. Так, ребят, ну... Первое испытание. Сейчас будем подключать питание. Подключение вот на такой, получается, коннектор. Это будем подключать в блок предохранителей. Вот это будем подключать на минус. Итак, пробуем. Сейчас будем подключать реле. Питание приходит. Просто включаем реле. Сюда минус. Включаем. Первый запуск. Ну что, все работает. Реле подключ. Так, сейчас будем внедрять в разрез кнопки. Вот это питание у меня получается. Реле. Самого. Вот оно. Вот это получается у меня система кнопки. Вот она. Система кнопки. Сейчас я это все облагорожу. Сейчас ставим сюда вот это дело все. К0, К1.
поставили. Вторую. Все. Так. Теперь, конечно, не мешало бы проверить всю эту систему в действии. Вот так вот. Раз, раз. Вот. Все. Заделали. Итак, здесь все подключено. Теперь переходим сюда. Это плюс. Это минус. Мы сюда оденем. Это еще один минус. Итак, ребят, показываю систему. Вот сейчас выключили. Вот здесь у меня вся эта система сейчас подключена. Вот она у меня. Свеча стоит. 15 секунд настроил. 5 секунд задержки, 15 секунд будет греть свеча. Вот вы приходите утром, включили дублирующую кнопку. Раз и смотрим, как нагревается свеча. За 15 секунд. Вот она пошла греться, пошла. Нагревается. Итак, осталось 2, 3, 1, 0. Выключилась. Все. Свеча тухнет. Все, свеча потухла. Вот такой вот принцип работы будет у меня подогрева свечей. Свечи на фильтре топливном.